Всем привет, с вами Тесимин, с вами продолжает проходить Майнкрафт на России 1.16.4. Это у нас вишневые похождения. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как, получается, доделали вот эту вот конструкцию. Также, получается, на втором этаже, вот где-то сейчас, вот в этом сундуке мы сделали, получается, 18 кирок, топоров и лопат. Да, как у нас, получается, в классических выживаниях есть, и как у нас было в этом, в темно-дубовых похождениях. Ладно, сейчас, получается, мы, скорее всего, возьмем и закомпостим вот эту часть. Она нам все равно вроде как больше не нужна. Так, сейчас мы тебя... Все хорошо. Я думаю, то, что на этом можно остановиться. Но, в принципе, я лучше еще слегка закомпощу. Так, здесь вот надо это убрать. Потому что компостим. Да, что-то как-то медленно это все делается. Вот, все, нормально. Отлично, получается, мы с вами это все закомпостили. И у нас теперь есть 16 костной муки. Это неплохо. Да, я сразу скажу, что это неплохо. Очень даже хорошо, я бы так сказал. И да, сейчас, получается, скорее всего, мы будем что делать? Ну, во-первых, нам надо здесь вот со второй стороны, получается, в 4 блока высоту вот это вот все сделать, для того, чтобы там потом ступеньки поставить. Да, получается, потом нам еще нужно сюда проставиться как-никак. Да, вот это самое главное. Естественно, сейчас мы, получается, с вами это возьмем и зайдем вовнутрь. Так, заходи. Все, спасибо. В общем-то, сейчас, получается, что делаем дальше? А дальше нам нужно, так, как минимум сейчас подняться наверх. И вот сюда вот верхний сундук, да. Все хорошо, я все правильно сделал. Получается как-то так. Все, давайте возьмем с собой пару кирок. Ну и, в принципе, лопату можно взять, да. В общем-то, так, у меня еще где-то в инструментах была железная кирка. Если мы найдем алмазы, то мы будем, то это будет очень хорошо. Да, нам еще нужно это, как его, картофель и морковь найти для того, чтобы их потом сажать там. И получается, что дальше делать? Получается, для того, чтобы потом дальше... Так, нет, я что-то как-то запутался. В общем-то, для того, чтобы потом дальше это самое... Так... Темный экран, пропади, спасибо. В общем-то, сейчас, получается, пропадай, спасибо. В общем-то, копаем вниз, да. В общем-то, сейчас здесь нам нужно все в 4 блока обустроить. Все хорошо. Отлично, получается, здесь вот мы продолжаем дальше копаться. Ага, продолжаем все ниже и ниже. Делаем это вот таким вот образом. Все хорошо, получается, у нас все получается более чем хорошо. В общем-то, окей, хорошо. Отличненько. Вот здесь, получается, мы продолжаем выкапывать. И вот здесь вот мы делаем то же самое. Хорошо, отлично. Получается, сейчас мы берем и это самое. Вот здесь, получается, продолжаем копать. Да, отлично. Мы как раз-таки сейчас добудем больше булыжника. Не в генераторе булыжника, а именно здесь. Прикольно, ну ладно. Сейчас нам нужно это самое. Докопаться донизу. Так, здесь у нас пока что мы до самого низа не докопались. Это, естественно, логично. Сейчас нам нужно это самое. Вот здесь, здесь, здесь. Получается. Ага, хорошо. Вот здесь вот мы делаем то же самое. Получается, копаем ниже, ниже и ниже. И вот здесь, получается, делаем то же самое. О! Скорее всего, мы действительно в горах находимся, потому что здесь не может так часто спавниться изумруды. Я, наверное, в Википедии загуглю. Возможно, они чаще всего спавнятся именно в вишневом лесу. Ладно, я, естественно, это потом действительно посмотрю. Ладно, давайте все-таки пока что не будем зацикливать на это внимание. Просто добудем этот изумруд как можно быстрее. Потому что, окей, здесь, скорее всего, только один изумруд. А, нет, погоди, я ошибался. Ладно, тогда сейчас... Это точно последний? Да. Вот здесь я уже не ошибался. Окей, да, отлично. В общем-то, здесь вот мы, получается, мы как раз-таки добудем с вами уголь. Неплохо. Сейчас, получается, вниз все дальше и дальше копаемся. В общем-то, давайте здесь факел поставим. Что-то как-то все равно неудобно, даже несмотря на то, что я с Оптифайном играю. Ну ладно, давайте не будем обращать на это внимание. Сейчас главное добыть уголь и дальше продолжать копаться для того, чтобы это...
самое. Как его? Докопаться до нижней высоты, и там, получается, мы, скорее всего, будем искать алмазы для алмазной брони, оружия, ну и, возможно, это, кирку создадим для того, чтобы сломать обсидиан и попасть в Незер. Да, попасть в Незер нам сейчас необходимо, нужным, да. В этом сезоне я буду прям в куче разных сторон ставиться, потому что в прошлый раз у меня в тем двух похождений получилось. Я, возможно, еще это проверю с этим. Как его? Получается, я потом позже это проверю с вишневым похождением. Да. А, нет, погоди, с классическим выживанием я потом это все попробую. Возможно, я действительно и там тоже находился. Так. У нас здесь есть эндозит. Его можно скрафтить из диорита и булыжника. Окей. Если сделать так, ничего не произойдет. Окей, а получается, диорит, кажется, таким образом. Понятно. Ладно, давайте потом об этом это обсудим. А, погоди, если я... Погоди, я должен кое-что проверить. Если я андезит с вот этим смешаю... Так, нет, не то. Не то. Кажется, я что-то как-то не так понимаю. Ладно, давайте не будем зацикливать на это внимание. Сейчас главное докопаться вниз. Сейчас... Ага, вот здесь, получается, делаем таким вот образом. И вот здесь, получается, продолжаем копаться. Да. Хорошо. Отлично. Получается, здесь копаемся. Да, отлично. Я думаю, то, что в будущем мы действительно сможем докопаться до нижней высоты. Копаем, копаем и еще раз копаем. Хорошо. В общем-то, вот здесь все делаем то же самое. Так, у меня первая каменная кирка сломалась. Так, давайте новый добывать. В общем-то, вот здесь, получается, нам нужно тоже продолжить вот здесь вот так сломать. Так, а мы на какой уже высоте находимся? Мы уже находимся на 37-й высоте. Ну, не знаю, ну, скорее всего, на 16-й больше железа спавнится. Просто я проверял, и, скорее всего, действительно так. Я это просто, как его, на Ютубе ролик смотрел, там, короче... Один парень рассказывал то, что там на 16-й высоте это лучшая высота для того, чтобы искать железо. Да, я это уже проверял в вишневых похождениях, когда... еще, наверное, во второй серии, когда мы железо добывали. Да. Я там, получается, это прокапывал. Или я это делал за кадром. Я, если честно, уже не помню, но да ладно. Давайте просто сейчас здесь вот это... О, кстати, погоди. Вот гранит, я что-то как-то понять не могу. Типа, ничего интересного не происходит. Окей. Вот если я гранит соединю с диоритом. Нет. Я до сих пор ничего не понимаю. Как это делается? Ладно, давайте это самое. Застакаем это все наконец. А то что-то как-то мало, много пространства занимает. Сейчас постараемся, скорее всего, найти. Да. Вот. Диорит. Типа, да, это все понятно. Окей, с чего делается гранит? Гранит делается из диорита и тоже на закварце. Так, ну, из чего делается андезит, мы уже знаем, типа, из булыжника и диорита. Окей, ладно, давайте, получается, что здесь продолжаем копаться и докапываемся до нижней высоты. Отлично. Хорошо. В общем-то, здесь и вот здесь. Отличненько. В общем-то, сейчас мы докопаемся. Так, нет. Нет, не то. Все, отлично. Поставил в нужное место. Хорошо. Сейчас, получается, берем. И здесь вот это все выкапываем. Хорошо. Отличненько. Получается, здесь мы все это продолжим дальше выкапывать. И докопаемся до самой нижней высоты. Получается, копаем здесь андезит дальше. Окей, ладно, хорошо. Так, я могу просто нажать на примет и узнать, как он крафтится. Да, хорошо. Ладно тогда, получается, мы все то, что получается... В общем-то, продолжаем дальше строиться. Да, я не знаю, что сказать здесь. Можно просто дальше продолжить строиться. Вот здесь выкапываемся все дальше и дальше. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Хорошо?
Получается, у меня стак и 50 булыжника. Неплохо, я вам так скажу. Давайте сейчас это продолжать копать. Вот здесь и вот здесь. Все хорошо. Теперь, получается, здесь тоже продолжаем копаться. Да. Окей. Хорошо. Продолжаем. И сейчас вот здесь нам нужно это то же самое повторить. Ага, отлично. Так, вот здесь, получается, продолжаем дальше выкапывать зону. Да, наконец-то мы дошли просто до камня, а не до вот всякого там андезита, диорита, гранита и так далее. Здесь у нас снова уже, здесь у нас снова уголь, да, здесь у нас снова уголь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь, хорошо, отличненько. Получается, сейчас делаем вот так, вот так. Давайте вот здесь факел поставим, что-то как-то темно, скорее всего, мне там окно отсвечивает. Ладно, я так понимаю, то, что в этом все равно нет смысла, поэтому я просто буду держать факел в левой руке. В общем-то, сейчас получается... хорошо. Вот здесь получается уголь ломаем, добываем. И получается здесь вот все делаем. Хорошо. Отличненько. Получается, сейчас вот здесь вот мы продолжим дальше копаться. Вот здесь. Да, блин, здесь снова гранит начался. Ладно, в принципе, я думаю, это можно как-то пережить. Да, поэтому... Нормально, да. В общем-то, сейчас дом. Дом, телепортируемся. И, скорее всего, сейчас мы ляжем спать. Да, ложимся спать. Хорошо. В общем-то, у нас наступил день. Неплохо. Получается, скорее всего, это самое лучшее. Сюда вот так подняться. И, получается, сейчас берем какую-нибудь эту. А, нет, у нас здесь ничего не поломанного нету. Да. Как бы это странно не звучало. Так, надо бы это куда-нибудь в руды засунуть, да. Рудное железо, изумруды, уголь и кремень. Все, хорошо, получается, это мы сюда зазетовали, да. Так, нет, это просто второй этаж. В общем, сейчас, получается, бежим в ту сторону куда-то. Да, и получается, думаю, то, что мы сможем добежать, по крайней мере, да. Блин, у меня спринта нет, а я почему-то бегу. Ладно, это не важно сейчас. Сейчас главное вот здесь вот продолжить. Ага, хорошо. Вот здесь и вот здесь. Все хорошо получается. До какой высоты мы уже достроились? Так, 13-я высота. Неплохо. 14-я, 15-я, 16-я. Вот что здесь вот мы, скорее всего, будем в разные стороны копать для того, чтобы находить железо. Да, я, пожалуй, так действительно и буду делать. В общем-то, хорошо, хорошо. Так, это у нас земля здесь находится, но, в принципе, это неудивительно. Здесь вот мы продолжаем дальше копать. У нас сейчас куча гранита будет. В общем-то, здесь, получается, копаем. И здесь, и вот здесь. Хорошо, получается, берем, делаем вот таким вот образом. Получается, и вот здесь, так, нет, нужно чуть ниже это выкапывать, да, все. Получается, чуть ниже это все выкапываем, и это самое, подбирайся, вот, все, спасибо. В общем-то, да, я не знаю, на нулевой мы, хотя нет, ну, мы чуть выше нулевой, наверное, да? Да, мы чуть выше нулевой, это 9-я высота. Скоро, получается, будет, ну, уже 8-я, в том смысле. Все хорошо, да? Хорошо, отличненько. Вот здесь, получается, дальше продолжаем все выкапывать. Выкапываем. Получается, вот здесь вот тоже все выкапываем. И вот здесь. Вот здесь. Вот сюда. И вот сюда. Окей, ладно. Вот здесь, получается, мы на 5-й высоте. Почти угадал. Ладно, давайте просто дальше продолжать копать. И да, здесь уже спавнится глубинный сланец. Неплохо. Сейчас мы продолжим сюда выкапываться. Окей, хорошо, получается. Да, глубинный сланец, он копается медленнее, чем камень. Но это... Но мне что-то даже как-то все равно. Ладно, получается, сейчас сюда спускаемся. И
это уже минус первая высота, неплохо. В общем-то, вот здесь получается все выкапываем. Выкапываем все дальше и дальше. Да, это будет, скорее всего, слишком долго, но это того стоит. Да, это того действительно стоит. Естественно, мы, конечно, можем, знаете, что сделать? Ну, не знаю. Давайте посмотрим. У меня есть мини-карта. Ну, вроде как, подо мной нет лавы, если я не ошибаюсь, да? Глубины сланец. Ну да, здесь просто глубины сланец, и все. Так, это минус вторая высота. А мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы, короче, здесь сделаем вейнпоинт, сохраним, и получается, что делаем дальше? На буковку N мы сейчас возьмем и это самое изменим. Получается координату на минус 50. Потому что сохранить. И теперь смотрю, сколько у меня здоровья. Ну, в принципе, нормально, да. Потому что, если что, мы приготовились это самое. Давай, все, отлично, мы выкопались. Да, вот такой вот у меня коварный план. Ну, не знаю, можно ли это коварным планом, в принципе, назвать. О, лава! Круто. В общем-то, сейчас получается, что здесь выкапываем. Лава у нас, да, до сих пор здесь. В общем-то. Окей, получается, беру, сюда ставлю. И, получается, делаю вот сюда. Блин, а что было, если бы я ниже создал? Да уж. Ладно, но здесь у нас какая-то пещера находится. Надо посмотреть, что это, в принципе, за пещера. О, ё-моё. Я лучше здесь факела расставлю. Скорее всего, я сейчас здесь найду алмазы, но я не знаю, в принципе, можно. Но даже если я их найду, то нет, я их не буду добывать, потому что я сюда телепортировался, а не докопался честным образом. Да. Так, здесь у нас что? Вот здесь, получается, у нас много железа на такой, на такой-то глубине. Да, хорошо. Так, у меня факела закончились. Это плохо. Надо новый создать. Мне нужно сейчас это, телепортироваться. А, не, погоди, что я сделал? Ё-моё. Я что-то как-то совсем... Ладно. А, что делать, что делать, что делать, что делать? У меня, в принципе, есть сундук. Мы можем туда железо сложить. А я реально не подумал. Я забыл, что я железо добыл, будучи это... Да уж... Блин, видимо, придется еще так оставить, потому что теперь железо падают не эти, а это. Да. В общем-то, сейчас получается это самое. Где буковка N? Так, это не то. Сейчас мы возьмем. Ё-моё, Enter. В общем-то, сейчас берем и телепортируемся домой, да? Домой, 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 домой. Домой. Мы, получается, телепортируемся. И сейчас это самое. А, куда, 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 куда? Так, вот это, вот, во-первых, сюда складываем. Получается, берем вот это. И вот здесь вот мы берем 18 палок. Окей, если что, мы сейчас получается это 10. И получается здесь тоже, скорее всего, 10, да? Сколько у меня примерно, да? 40 факелов. Неплохо, давайте это самое, как его, вот сюда вот обратно телепортируемся, и сейчас, получается, посмотрим, что у нас вообще это все представляет. Так, ну, я пока что ничего такого интересного не вижу. Это плохо. Это очень плохо. Ну, ладно, давайте просто сейчас не будем плохом, а просто сейчас сделаем вот таким вот образом. Да, круто. Получается, мы, скорее всего, ниже сейчас будем идти. Так, здесь у нас и так лава находится. Окей, это самое. Сейчас мы возьмем и... О, ё-моё, кажись, я в какую-то большую пещеру забрел. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Меня здесь могут уничтожить за считанные секунды. Да. Да, мне что-то как-то алмазы мерещатся из-за того, что я нахожусь на низкой высоте. Да, бывает. Что могу сказать? Не, лучше здесь так много не бегать, да и к тому же, если учесть тот факт, то, что я на сложности играю, а это как бы плохо. Так, золото, жаль, что я не могу его добыть. Ладно, давайте дальше освещать. Так. Ага, хорошо. Так, здесь у нас просто координаты находятся. Отстань!
Фух, все отлично, я вроде как защитился от него. Блин, а я забыл, кстати, этот звук добавить. Прикиньте, он меня чуть не взорвал. Но я его, благо, оттолкнул, поэтому все нормально! Взорвись уже! Фух! Так, все, короче, ура, мы смогли избежать смерти. Аллилуйя. В общем-то, сейчас... Здесь у нас ничего такого нет. Ой, а там кто-то был, да? Ну, там вообще много, как бы, таких враждебных мобов, поэтому я думаю, то, что это плохая идея здесь находиться. Что это сейчас было? В общем-то, плохая идея там находиться, поэтому мы, пожалуй, сюда телепортнемся. И что сделаем дальше? Ё-моё. Вот здесь у нас булыжника. Да, нет. Нет. Я что, его еще никуда не складывал, что ли? Я его реально никуда еще не складывал, серьезно? Ладно. Ну, возможно, давайте здесь или здесь. Давайте сюда булыжник весь сложим. Все хорошо, отлично. Вот весь у нас булыжник, который находится. Все остальное мы сложим в руду. Все, что является у нас типа этим всем. В общем-то, здесь мы все нормально сделали. Очень даже хорошо. Ладно, мы смогли это. Нам надо до этого вейнпоинта докопаться, естественно. Ну ладно, что ж, на этом я, скорее всего, буду заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Тисвилл. Всем пока.